Здравствуйте, с вами Android Android. Сегодня хотел поговорить о теле, который называется Tofu Hunter. Мы будем отстреливать вот эту вот тофу. Напишите в комментарии, что это обозначает. Я что-то искал, и достаточно много определений я нашел. Вот мне интересно, что напишите вы. Как вообще осуществляется управление? Вот эти вот непонятные какие-то губки, так сказать, ползут с глазами, и мы можем их отстреливать. Вот так мы с левой стороны и с правой стороны мы можем вот так вращать, направлять наш прицел. Если мы хотим прицелиться, нажимаем, что-то нажимаем, а что я уже не помню. Вроде что-то я нажимал. Ну, короче, вот так мы можем отстреливать. Помимо этого мы можем приближать цель, но что-то у меня не получается. Мы стреляем как из автомата, их достаточно много, если мы их убиваем, так сказать, нам дают определенное количество очков. И мы их, видите, убиваем, и прям аж кровь, еще раз кровь. Так, осталось 2 секунды, 1 секунда, и мы убили, сколько получается, сейчас посмотрим. Вот показана статистика, нам дают дополнительные штуки. Так, дальше, что тут еще есть у нас, мы нажимаем. Так, это у нас какая-то охотничья доска, в котором, как понимаю, показана какая-то статистика. Так, вот, нажимаем и охотимся. Они, как видите, даже будь эти с Макдональдсов убежали гамбургеры. А, вот, кстати, как стрелять. Два раза, короче, нажать надо на экран, и мы можем с вами прицелиться и вот таким вот образом стрелять. Бедный гамбургер мы убили. Вообще, я слышу, что тофу это кусок мяса, хотя я могу ошибаться. Ну, напишите, пожалуйста. Мне просто самому интересно, что это... что это означает. Больше, в принципе, делать ничего не надо. Стреляйте, убивайте вот этих вот непонятных существ. И все. Ну, давайте перейду к плюсам. Ну, плюс то, что прикольно сама концепция. Какие-то непонятных существ. Мы убиваем даже бутерброды живые тут. Вот. Ну, достаточно такое управление. Управление не напрягает. К минусам бы я отнес какая-то слишком какая-то графика, даже не двухмерная, псевдо-двухмерная графика. Вот, ну и все. По поводу оценки, ну я и поставлю, наверное, троечку. Троечки данная игра заслуживает, потому что, ну, как-то вот я бы поставил ей тройку. Вот такая игра, про которую я хотел сегодня вам рассказать. Она понравилась, обязательно советую в нее сыграть, в нее. С вами был Android Androidыч, всем пока, до скорых встреч.